Ігор Ільяш, політичний оглядач з Мінську, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий день. Як ви вважаєте, який зараз є вихід у Олександра Григоровича Лукашенка? Тобто, що йому робити, або заспокоїти мітинги, заспокоїти протести? Можливо, йому треба піти. Ваша думка, які шляхи зараз стоять перед Лукашенком, щоб і заспокоїти білорусів, та і мати, власне, на міжнародній арені нормальне обличчя зберігти? Я думаю, что уже у Лукашенко не осталось хороших вариантов в этой истории, и он, самое главное, сам не видит никаких иных вариантов, кроме как продолжать насилие, продолжать государственный террор. Действительно известно, что, например, за последние 5 лет отношения Беларуси и Евросоюза, Беларуси и Запада значительно улучшились, в том числе на фоне путинской агрессии в отношении Украины. То есть Запад стал, так сказать, более лояльно относиться к Лукашенко, стал менее требователен к ситуации в Беларуси, но никакой реал-политик не может заставить Запад забыть о том, что забыть о каких-то демократических ценностях и стандартах. Они не могут от этого отказаться, и закрыть глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси, невозможно. Совершенно очевидно, что Запад будет вводить санкции, совершенно очевидно, что Александр Лукашенко окажется в международной изоляции, и это, конечно, страшная вещь для Беларуси, страшная вещь для белорусского суверенитета, потому что теперь он, конечно, гораздо более уязвим для угрозы со стороны России. Залишиться в изоляции как президент Беларуси, чи президент-втекач, экс-президент? Уязвим как президент, потому что Александру Лукашенко вообще не стоит рассматривать такой вариант, что он, как Янукович, уедет в Россию или еще куда-то, в Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэлу. Нет, Александр Лукашенко человек совершенно другого типа, политик совершенно другого типа. В отличие от Януковича, он не рассматривает для себя вариантов побега. Я думаю, что это тот человек, который будет отстреливаться до последнего патрона, потому что он не мыслит себе жизни без власти, без неограниченной власти, и для него вот какой-то отъезд в Ростов, это будет хуже пытки, проще умереть, я думаю. Это человек, который просто помешан на абсолютной власти, и поэтому для него может быть либо он президент, неограниченный правитель, либо он мертв. Я думаю, я, як і мої колеги-журналісти, українці, і багато українців, власне, стежать за тими подіями в Білорусі. Я особисто це роблю через телеграм-канал «Нехто», це не є рекламою, так? Там дуже часто повідомляють про те, що силовики білоруські, ОМОН, АМАП, як кажуть у Білорусі, так, застосовують зброю. А білоруські протестувальники, мітингарі, готові зі свого боку закрутити ось цю спіраль ескалації, бути більш жорсткішими до силовиків, вступати в бої вуличні з ними. Тобто, зараз я роблю таку алюзію на Майдан, Євромайдан, та, тому що українці були готові відстоювати тоді свою незалежність в таких вуличних боях. Білоруси до цього готові? Тут нужно понимать такую вещь. Дело в том, что, в принципе, за последние месяцы протестное движение показало свою готовность все-таки сопротивляться. Может быть, не массово пока что, конечно, но, тем не менее, ситуация все равно изменилась. Следует понимать, что вот для белорусских политических реалий, для реалий уличных протестов в Беларуси, еще буквально полгода назад совершенно невозможно было представить ситуацию, когда митингующие отбивали бы задержанных у ОМОНа, когда бы они пытались вступать с ними в стычки. То есть белорусский протест в этом смысле был всегда абсолютно покорен. Их бьют, они не оказывают сопротивления. Их задерживают, они не оказывают сопротивления. Еще до этих выборов появились первые случаи, когда протестующие оказывали сопротивление, вступали в стычки реально с ОМОНом. В ходе последних 3 дней также были такие случаи, в том числе использование единичное пока что коктейлей Молотова, использование булыжников, фейерверков. Но надо сказать объективно, конечно, вот масштаб готовности белорусов, протестующих, оказывать сопротивление, он, конечно, не идет пока
такое сравнение с тем, что мы видели на Евромайдане, да. Но, с другой стороны, и эскалация насилия на Евромайдане, она продолжалась несколько месяцев. Возможно, действительно, противостояние это будет радикализироваться, если оно затянется. Стосовно сьогоднішніх акцій, так, силовики перекриватимуть вулиці, я так собі розумію, там можна очікувати, що, як ви вважаєте, чи будуть сьогодні, не хочеться в це вірити, але менше з тим, можливі нові жертви боїв у Білорусі? Пока непонятно, как будут выглядеть сегодняшние протесты. То есть уже сейчас поступает информация о различных акциях солидарности и других выступлениях в разных городах. Они пока очень малочисленные и, скажем так, скорее очень неожиданные. То есть заранее не было информации о подготовке и нет никакого пока что плана на вечер. Если же люди, если такой план появится, и люди действительно вечером снова выйдут на протесты, то следует ожидать опять такого же уровня насилия со стороны силовиков. Тут сомнений быть не может. У них есть прямой приказ кошмарить общество, кошмарить белорусов настолько, чтобы запугать их на долгое время. Дякую вам, пане Ігоре. Живи Беларусь, мы с вами.